Здравствуйте, дорогие друзья! Всем огромный привет! Конечно же, творческий привет! Мы рады вас приветствовать в этом зале в рамках юбилейного 5-го творческого марафона! Ура! Дорогие друзья, это на самом деле уникальный проект, который дарит нам Алтайское краевое молодежное общественное движение «Поколение» уже 5-й год к ряду. Все это время к нам на творческий марафон приезжали одаренные ребята из всех уголков Алтайского края, и, как показал этот творческий марафон, не только из нашего края, но и гости из других регионов России. Вот нам стало интересно, а сколько же за 5 лет всего побывало участников творческого марафона? Вы знаете, цифра оказалась просто впечатляющая. Более чем 4400 человек. Я думаю, здесь стоит поаплодировать. Более того, эта цифра, конечно же, еще будет увеличиваться, потому что сегодня мы с вами находимся на четвертом, заключительном концерте творческого марафона 2016. Это значит, что, конечно, еще будут артисты на этой сцене появляться, но в целом, что такое наш фестиваль? Наш фестиваль проходит по нескольким номинациям. Это современный танец, классический танец, спортивный бальный танец, народный танец, эстрадный вокал, академический вокал, авторская песня, инструментальное исполнение, оригинальный жанр, молодежный юмор, искусство моды, живопись, декоративно-прикладное искусство, молодежная журналистика, искусство здоровья, художественное слово и актерское мастерство. Как я уже сказал, финальным аккордом нынешнего творческого марафона 2016 станет этот концерт. Поэтому давайте перейдем уже непосредственно к нему и к его творческой части. Открывает нашу программу Семен Галкин. Студия «Конфетти». Нарисуй свой мир. Поднимаю я коря, ждет меня страна, вера через меня, а когда луна, льется лунный водопад, уже синий бор, небе голубом, отражает он разноцветный мой альбом. Посмотри, небеса, там белеют сказки, паруса. Звезд, нарисована страна из звезд.
Семен Галкин, студия «Конфетти», педагог по вокалу Екатерина Александровна Авдонькина, руководитель студии Татьяна Петровна Никитина. Спасибо большое Семену. Мы переходим к следующей номинации.